Как стать чемпионом? Что для этого нужно, а о чем придется забыть? Иваново с мастер-классом посетил Сергей Лепинец, чемпион мира по боксу по версии ABF 2017-2018. На ринге, правда, за столом и с микрофоном он отвечает на вопросы начинающих спортсменов в своем плотном графике. Он находит время на то, чтобы поделиться опытом. И вот я был недавно у себя на малой родине, где я родился, в Казахстане. Там тоже в Актюбинске был мастер-класс. Тоже ребята спрашивали про мою профессиональную деятельность, откуда я начал заниматься, как до этого дошел, как в Америке. Сейчас Сергею 29 лет. Боксом начал заниматься еще в детстве. Чтобы продвигаться по спортивной лестнице, ему с мамой пришлось приехать в Москву, скитаться по съемным квартирам и очень много тренироваться. Сейчас Сергей Лепинец – звезда российского бокса. На ринг он выходит с такими же чемпионами, как он, и зарабатывает очень серьезные деньги. Но чего это стоило и стоит сейчас, знает только он и его семья. Все сложно, все тяжело. Я думаю, как и в любом спорте, тяжело заставлять себя, наверное, самое главное – это борьба с самим собой, когда ты не хочешь, но борешься сам с собой, говоришь себе, что мне нужно, я должен, и встаешь, и даже через боль в мышцах, боль, которая после травм или травмы какие-то, ты встаешь и все равно идешь и делаешь то, что тебе нужно. Единственная девушка в зале спросила, как Сергей относится к женскому боксу. Ответил честно – негативно. Когда красивые девушки бьют друг другу лицом, зрелище не самое приятное. Ну, если честно, немножечко обидно, но если спросить об этом лет 5 назад, то сказали бы, что бокс женский не должен был бы существовать, а сейчас уже люди как-то более-менее к этому привыкают, и из-за того, что бокс женский развивается, он становится более популярный и сравнивается с мужским боксом, и поэтому уже не вызывает таких вот споров. Сейчас Сергей собирается в Америку, там он будет готовиться к следующему бою. Кто будет соперником, пока неизвестно. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.